сначала. Говорят, не больно. Я не знаю, это не больно. Это вообще не больно. Это не больно вообще. Она мне дёрла-дёрла, а потом... Что, больно? Самое что интересно. Самое интересное, что... Иди пожалей в зеркало. Да же сережку ему. Что ты держишь его? Это не больно, я знаю. Это того или другого. Это не больно, пойдем со мной, пойдем. Дай мне обе руки. Ну ладно, пойдем. Боже, руки, Стас, уж раз. Какую же, какую этого? Давай, вторую руку не бойся. Смотри, как красиво он уже. Смотри. Эх! Вставляет, а потом будет показывать. Сейчас жвак и Марина, потому что сейчас неприятно. Сейчас сжечь будет. А ты что чувствуешь? Марина! А, не дуда, я дуда! Не больно, а жечь будет чуть-чуть. Чего будет? Ну потому что спит. Еще пару минут, еще пару минут, и я думаю, чем бы там не родить с тобой вместе. Сначала родим я? Нет, сначала родишь ты. А потом родим я. Когда ты родишь, кричи родил, и буду кричать я. Что родила? Да? Да нет, Криста Пана я не рожу. Ты не преувеличивай. Течет. Ну конечно, течет, а что ты думал? Ты когда игру. Я? Ну ладно, ты с этим нормально справляешься. Что ты там это? Нет, ты давай выпадывайся быстрее. А мы сейчас еще затанчим пока. Ты не промажешь, не молодец. Давай, Это кривым. Подожди, руку по-другому, да, а то у меня уже нормально. Ну ты вообще-то. Издеваешься. Ну так мне вставляли, думаешь, сколько? Мне вставляли, знаешь, как долго? Потому что надо было сразу проколол и сразу следом иголку, понимаешь? Я не то, что это аннотации читаю, я как бы уже после... Пейте, пейте. Я уже не чувствую. Пейте, пейте. Не переживай. Если сегодня не получится, мы приедем в субботу. Они не прикалываются, ты что, прикалываешься? Не-не-не, проколем, Стас. Садись. Проколем. Это очень больно, я помню, как меня долго. Вова, ты знаешь, как поддержать товарища в такой ситуации. Тяжело. Нет, не тяжело. Так, Станислав, с сифилисом мы тебя не заболели, а СПИДа у нас, к сожалению... Там есть и моя доля, там есть и моя... Вова, покажи, там есть моя Где? Доля. Где? У тебя на руке отпечатки пальцев, в смысле ногтей. Марина держала меня за руку. Да. Ну, крови нет. Ну иди уже, посмотрись на себя. А у меня... О, Вова, Наташа, вся в крови. Ай, ты меня проливали. Ну иди, посмотри уже на себя в зеркало. Нормально. Я же боюсь. Ну иди. Мне иди, нравится. Давай. Отлично, давай, ну, скорее. Нравится, ну, пока батарейка не села, давай. Нет, иди сюда. Ну иди скорее. Не испугаются, я тебе говорю. Да, супер. Отлично. Ой, да, главное, да, спиртиком заливаешь, а там никакая бацилла тебе не прицепилась. Главное, не выбрасывай, чистое золото. Дарик от комарадов. А да. Что на сухом будет? Бог? Ничего не будет. Будет болеть. На кухне потом стукнет. Конечно, на кухне однозначно. Капец, на кухне уже ухо, капец. Это что у него такая... Надевай, на то. Но... Подевай руку, я уже чувствую. Капец на кухне. Пульсирует? Ну ничего, не переживай. Через месяц будешь как молодой. Пошли. Отлично. Ты думаешь...